Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна, и сегодня я покажу вам свой заказ по каталогу номер 7 компании Faberlic и сделаю акцент на своих покупках за 1 рубль, то есть по баллам Faberlic Club. Сразу скажу, что заказ у меня будет маленький, это, так скажем, полузаказ, да, чтобы добить 100 баллов в этом периоде, а основной заказ по 7-му каталогу я буду делать и оплачивать уже в 8-м периоде. Вот такие хитрые схемы я проворачиваю, да, чтобы в каждом периоде делать стабильно по 100 баллов и держать VIP-статус. Кстати, в следующем каталоге я уже стану серебряным VIP-консультантом, что душу все-таки греет тоже. Ну и покажу вам сегодня и батончики, и разные средства по уходу за собой, и даже детскую одежду с примеркой на моем сыне. В общем-то, как всегда. Ну, давайте начнем с того, что ближе стоит. И ближе всего стоит концентрированное средство для мытья посуды с эвкалиптом. Пахнет эвкалиптом. Я обожаю этот аромат. Мне он очень-очень нравится. И всегда с удовольствием его заказываю, когда это средство есть по акции. В 8-м каталоге при покупке двух каждое средство будет стоить 145 рублей. Так оно по акции стоит 149. В общем-то, скидка небольшая, но... Ну, как бы я заказываю, да, я заказываю вот это средство, мне оно нравится. Никакие средства от Faberlic я не разбавляю, хотя компания, в общем-то, рекомендует, по крайней мере, раньше рекомендовала. Мне нравится вот в таком густом виде использовать. Я не могу вот этой вот жижей водой мыть посуду. Ну, не могу, я выливаю полфлакона. Вот, значит, 0+, гипоаллергенный состав, подходит для мытья фруктов, я мою все фрукты. Овощи, которые покупаю в магазине, вот этими нашими средствами. Ну, не конкретно этим, да, с эвкалиптом, но с разными ароматами они все, по большому счету, одинаковые. Я никакой большой разницы не вижу, но здесь, если верить производителю, а мы производителю, конечно же, верим, есть антибактериальные компоненты. Но запах просто бомба. Мне очень-очень нравится. Дальше. Я, как и обещала, взяла себе два шампуня Summer Care. Маски и бальзамы у меня расходуются медленнее, у меня есть маска, у меня есть бальзам для волос, я уже начатый один шампунь, я взяла два шампуня еще, один, я надеюсь, возьму с собой в отпуск, что мы все-таки поедем в отпуск этим летом, ну и один, так, в запас пусть будет. Как я уже говорила в своих обзорах в своем обзоре по новинкам 7-го каталога, аромат цитрусово-ментоловый, очень напоминает мне Феста де Вита, гелевая формула оранжевого цвета, волосы долго остаются чистыми, свежими, легкими, ну и здесь защита волос от УФ-излучений, от высоких температур, от пересушивания, интенсивное питание и увлажнение волос. Ура! В общем-то, что еще летом желать? Также заказала себе шампунь «Ботаника», объем и густота, лен и масло зародышей пшеницы. Никогда шампунь «Ботаника» раньше я не пробовала и не покупала, хотя они у нас в компании, наверное, уже год, если не больше. Но как-то не было необходимости, а здесь получилось так, что у меня много разных бальзамов и масок для волос, а шампуней к ним нет. И поэтому я решила, ну, думаю, возьму. У меня сестра пользуется, ей нравится. И обошелся мне этот шампунь что-то 53 рубля или около 60 рублей. В общем, в магазине сейчас за такие деньги вообще реально ничего не купишь. Я раньше мыла голову чистой линией, я посмотрела в магазине, сколько чистая линия стоит. И прям поняла, как хорошо, что я Faberlic. Реально это можно экономить. Я помыла голову вот этим шампунем. Прозрачный гелевый, пахнет льном, пахнет льняным маслом. Ну, вот у меня голова, вот, мытая вот этим шампунем. То есть вчера вечером я голову помыла, сегодня утром я причесалась. Вот, в общем-то, волосы я сейчас не укладываю, да, кто меня смотрит, вы знаете. Вот так вот они выглядят. Ну, меня вполне устраивает. В
вполне устраивает. Шампунь за 50 рублей, боже мой, слава богу, что ты не лысый вообще после такого шампуня. Но компания Faberlic я верю, поэтому смело заказываю, да. И вот эта маленькая цена, она не должна вас отпугивать. Шампунь реально хороший. Волосы такие легкие, мягкие-мягкие после него. Вот даже у корней, да, куда я не наношу ни на какой бальзам, никакую маску, у корней волосы очень-очень мягкие и шелковистые. Дальше я заказала себе две зубные пасты Нуки, утреннюю с грейпфрутом и зубную пасту ночную с черникой. Ох, сосед, вот всю неделю не бурил. Сегодня, когда я решила снять обзоры, решил сделать ремонт. Ну ладно, бог с ним. Так, смотрите, 97% натуральных ингредиентов. Паста с грейпфрутом, она гелевая, паста с черникой, она... Ну, в формате пасты, да, такая кремовая, так скажем. Мне они очень нравятся. Они без СЛС, они не активно пенятся, но замечательно очищают полость рта. Эти зубные пасты в 7-м каталоге идут по акции как бонус за покупку при покупке на 400 рублей, по-моему, или на 500. И, конечно же, я и себе, и маме вот такие пасты заказала. Я как год назад... к родителям приехала с вот этими зубными пастами, я там много-много заказывала делать обзор. Ну, получается, что я получила заказ, и мы в тот же день поехали в гости к родителям, я приехала с этими пастами, и они мне их обратно уже не отдали. Ну, то есть я отдала, ну, как бы, говорю, давайте попробуем, там, пасты, кому какая нравится. Вот, они сказали, все, пасты оставляй, и сама можешь уезжать. Пасты очень им понравились, и родители уже год... Мама стабильно заказывает вот эти пасты с разными там, вкусами, да, с разными ароматами. Ей еще очень нравится с алоэ. Снимает воспаление десен, кровоточивость десен. Вот у нее проблемы с деснами, и как раз вот эта зубная паста, она говорит, она лучше, чем специализированные вот эти зубные пасты, которые продаются в магазинах для десен. Вот зубная паста Нуки, которая обходится в 73 рубля, кстати, на минуточку. Дальше. Дезодорант «Ля Крем». 48 часов защита. Дезодорант «Антиперспирант». Мой любимый дезодорант от Faberlic – это именно вот этот. «Ля Крем», дезодорант «Антиперспирант» с мятой и молочными протеинами. На минуточку мне он обошелся 73 рубля. Где вы за 73 рубля в магазине купите дезодорант? Я не знаю. Я покупаю Dove, Rexona, Nivea, и по акциям, да, они стоят, ну, сотню. Да, по акции, и то эту акцию нужно поймать. Здесь 73 рубля, и он, кстати, очень хорошо защищает. Конечно, если вы не бежите марафон, и вы не марафонец на Олимпийских играх, а вот, ну, просто, да, там, вот дома вы сидите, например, или, ну, куда-то погулять вышли в магазин, ну, то есть такая обыденная жизнь, там, или на работу пошли, вот этот дезодорант прекрасно защищает. У него приятный аромат. Крем такой свежий, свежий аромат, но он не спорит с парфюмом, он нейтральный и очень быстро исчезает. Кремовая такая консистенция, шарик хорошо крутится, кожа после него мягкая, он хорошо смывается водой, там, с гелем для душа, да, очень легко смывается, хорошо защищает, ухаживает за кожей, имеет приятный аромат, достаточно быстро сохнет. Ну, в общем, что еще надо от дезодоранта? Ну, по-моему, этого вполне достаточно. Так, дальше, что еще я заказала? Я заказала вот такие вот витамины, таблетки, пищевой концентрат, правильно это называется, калорий блок, ускорение, 60 порций. Я пью вот такой вот концентрат сейчас, 3 таблетки в день нужно выпивать для того, чтобы обзавестись наконец-то стройной и красивой фигурой. В общем-то, 3 таблетки в день, и поэтому он уходит достаточно быстро. И я себе по ВИПу заказала с 70% скидкой вот такую вот баночку, потому что свою предыдущую я уже допиваю. Так, дальше. В закрытой распродаже остатки сладки, скидки до 80%. Я заказала себе на лето витаминное молочко для тела. Клюква, земляника и киви, авокадо. Как я понимаю, их выводят из ассортимента, потому что в каталогах я давно вот эти средства не видела. Обошлись они мне по 96 рублей. Легкая сливочная консистенция, легко и быстро впитываются, освежают кожу, увлажняют. Знаете, когда летом не хочется плотный крем или там крем-масло, крем-суфле какое-то,
то вот это вот оптимальный вариант. Мне очень нравились вот эти средства. Так же, как из бьюти-кафе, сорбеты для тела. Ну, куда-то они пропали. Я думаю, вот эти идут вслед за теми сорбетами. В небытие уходят. Жаль. Конечно же, очень-очень жаль. Вообще все средства для тела, там, кремы, лосьоны, суфле для тела от Faberlic мне очень нравится. И жалко, если ассортимент уменьшается, да, потому что привыкаешь, конечно же, к продукции, появляются свои любимчики. Также я заказала себе протеиновые батончики. Теперь я попробовала все вкусы. Вчера вот долгожданный кокос, уже тут пустая упаковка. Долго у нас на складе этого вкуса не было, но появился, я заказала. Если мне не изменяет память, то в каталоге этот батончик был нарисован в белой глазури. Мне он пришел в темной глазури. Я не обижена, я не расстроена. Он очень вкусный. Он очень вкусный. Он по вкусу как просто кокосовая какая-то конфета. Знаете, вот есть такие прессованные плотные начинки у кокосовых конфет. Вот, очень вкусный батончик. И вот еще я заказала себе клубника и фисташка. Об этих батончиках я говорила много и долго уже, обзоры снимала неоднократно. Чувство сытости на 3 часа. Вы съедаете батончик, 3 часа вы сытый. По-моему, прекрасно. 21% протеина здесь в составе и натуральные компоненты. То есть, если это клубника, то там действительно сушеная клубника в составе. Если это фисташка, то здесь фисташка, дробленые фисташки, фисташковая паста. Если это миндаль, то там миндальная паста и там дробленый жареный миндаль. То есть, ядра вот ореха фисташки. Паста ядер орехов фисташки, обжаренный, какао, масло и так далее. В общем, хорошие составы, вкусный продукт, такой, что даже нравится ребенку. Да, я ему даю кусать, пробовать, тестировать. Так, дальше. Если мы уже говорим про экономию, да, вот мой заказ, можно сказать, как сэкономить, да, в Faberlic. Кто в компании знает, да, что существует у нас такая акция, как Faberlic Club. Вы копите баллы. Что нужно сделать для того, чтобы накопить баллы? Да, в принципе, ничего. Просто каждый каталог нужно делать заказ и оплачивать его, да, что, ну, большинство из нас делает. Да, неважно, на какую сумму будет этот заказ, там, на 1000 рублей или на 20 тысяч рублей. Просто, конечно, количество баллов будет больше или меньше. Вот смотрите, я потратила 260 баллов на то, что я вам сейчас покажу. Я посчитала, что в каталоге, если я вот это буду заказывать, просто не являясь консультантом компании, ну вот просто взяла каталог у подружки посмотреть, то все это бы мне обошлось где-то 1500-2000 рублей. Я считаю, что в наше время 1500-2000 рублей – это очень такая неплохая сумма, и на эту сумму можно мясо купить или фрукты ребенку, да? Поэтому, ну, если есть возможность экономить, по-моему, это очень глупо этой возможностью не пользоваться. Ну, что же я заказала? Я заказала ребенку за 15 баллов вот такой бальзам для губ «Кот Апельсин». Думаю, сейчас на лето губки мазать. Ну и так обветривается, да, когда кожа губ. Хороший бальзам в каталоге, он стоит недорого, 99 рублей. Но если можно его взять бесплатно, ну, почему бы мне его не взять бесплатно? Ребенку он нравится. Вот, он уже красил губки вчера, видите, он уже его тут немножко покоцал. Ну, в общем-то, неважно, да, за 15 баллов или за 100 рублей вполне можно эти бальзамчики обновлять, ну, регулярно, да, сколько душе угодно. Дальше. Из серии «Витамания» киви и авокадо я взяла себе скраб для тела. Мне он очень нравится. В каталоге он стоит 230 рублей. Я его взяла за 30 или за 35 баллов, точно не помню. Он приходит зафольгированный. Здесь витамины А, Е и ПП в составе. Прекрасно шлифует кожу. Он после него кожа мягкая, бархатистая. В общем, хороший скраб. Вот действительно хороший скраб. Мне он нравится, и я, не раздумывая, взяла его за баллы. Дальше за баллы, за 35 баллов, я взяла себе суфле для тела. Флёр де Прованс, оливы и бергамот. Это реально суфле. Я также не раз его уже показывала в своих обзорах. Мне это средство нравится.
аромат зеленый, аромат оливы с ноткой бергамота, такой цитрусовый, зелененький крем. Это действительно суфле, которое отлично впитывается, увлажняет кожу, но, конечно же, оно более плотное и питательное, чем, например, молочко. В каталоге это средство стоит 230 рублей. Дальше. Я взяла два жидких мыла. Такие средства у меня всегда находятся на кухне, именно из линейки Витамания мне нравится использовать на кухне. Вот эти мыла. Есть мыло у меня, устраняющее запахи, и плюс такое, мыть руки. Взяла манго и папайя, клюква и земляника по 15 баллов в каталоге. Они стоят 119 рублей, если какая-то акция как бонус за покупку, 89 рублей. Дальше я взяла эмульсию для умывания Викен, 45 баллов, в каталоге она стоит 300 рублей. Мне, ну также уже, не буду повторяться, да, по утрам я умываюсь уже год только этой эмульсией, и я более чем довольна ей. Кожа очень мягкая, кожа напитанная, кожа очищенная и не травмированная. Мне очень нравится это средство. Если вы не пробовали, я вам его рекомендую. Для похудения за 60 баллов взяла криокрем. В каталоге его цена 360 рублей. Это активный моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. Он реально охлаждает, но нет каких-то неприятных ощущений. И подтягивает кожу. Конечно, если вы будете кушать булочки по ночам и параллельно мазать свой живот этим кремом, вам он не поможет. Но если вы худеете, сбрасываете вес, то подтянуть кожу, сделать ее более эластичной, упругой, и чтобы она быстрее вот подбиралась, этот крем вам поможет. Так же, как вам помогут и вот такие патчи Expert Body. У меня уже были такие патчи неоднократно. Я их взяла сейчас за 60 баллов. В восьмом каталоге они стоят 450 рублей за такую упаковку. Здесь в упаковочке 3 штуки. И мне эти патчи нравятся. Они с таким легким согревающим эффектом. Вы наклеиваете их на живот себе. И около 8 часов я с ними хожу. В общем-то, вот. Вот такой это разрез для пупка. Вы приклеиваете или так. Ну, вообще, я думаю, так, да, нужно приклеить. Но я приклеиваю вот таким образом. То есть тут пупок, а здесь самая проблемная зона. Это вот низ живота, который все время хочет куда-то вылезти и торчать предательски. Поэтому, ну вот смотрите, я это все взяла, каждый продукт мне обошелся 1 рубль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я отдала 8 рублей, я могла бы отдать 2000. Ну, в общем-то, выгодно быть консультантом компании Faberlic? Нет, конечно, не выгодно. Мне так пишут, потому что, говорят, да, вообще консультантом Faberlic быть невыгодно. За доставку надо 150 рублей платить. Но знаете, где вы купите дезодорант за 73 рубля, шампунь за 50 рублей? Я не знаю. И все равно вы своими ножками пойдете в магазин, купите и на себе также это все притащите, да? Ну, зато не будете платить за доставку, да, 150 рублей. Каждый выбирает сам, но я вот искренне реально не понимаю, когда мне люди пишут, давайте вы мне закажете, пусть это будет дороже, но зато я не буду платить за доставку. Я не знаю, что сказать. В общем-то, и последнее, что я хочу вам показать, это вот такая футболка для мальчика. Линейка, не знаю, какая-то это... это наследие у нас линейка. Белый цвет, 100% хлопок, размер 116. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мальчика. Артикул 070B2902. Я взяла на размер 116, у меня сын сейчас носит размер 116 или 122. Вот это на 116, по-моему, села она ему хорошо. Можно было бы на размерчик побольше, да, вот в ширину и в плечах, но тогда она была бы ему слишком длинная. Знаете, а укорачивать футболки, которые 300 рублей стоят, отдавать еще в ателье, ну, я не вижу смысла. В общем-то, смотрите, очень приятный белый цвет. Хлопковая ткань, 100% хлопок, на размере 116 на плечевом шве есть вот такие две кнопочки, чтобы удобно было ребенку надевать эту футболку. И вот такой вот белый принт, но я вам сфотографировала, на Илюшке поближе покажу. Вот Faberlic Man, State of Power, значит, здесь не Faberlic, а FBRLC, да?
буквы. Я мужу заказала такую же футболку в 54-м размере, она идет в размер, но когда муж увидел, что на ней написано Фаберлик, он сказал: нет, я такое носить не буду, и поехал оформлять возврат. Печально, хотя, кстати, по качеству ему эта футболка понравилась. Он сказал: качество прям отличное, но вот Фаберлик я носить не буду. И он сказал: что за глупости, белый принт на белом фоне. Знаете, а мне понравился белый принт на белом фоне. По-моему, очень даже интересно и оригинально смотрится. Ну, вот так. Но ребенку понравилось, ребенок будет носить. Ах, а хотела им сделать такой family look. Ну ладно, что ж теперь. В общем-то, на этом у меня все. До свидания, до новых встреч. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы заказали по 7-му каталогу и на что вы тратите свои баллы в Фаберлик клубе. Я Фаберлик клуб раньше копила баллы на бижутерии Флоранж, но сейчас вот за высокие баллы, там только аппараты Денос, но мне они не нужны, как бы, да, нет в них какой-то необходимости, поэтому я решила тратить баллы вот на такой вот расходный материал, но, в принципе, тоже неплохая экономия получается, да, как мы с вами видим. Ну, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы Фаберлик клуб заказываете, а если вы еще не Фаберлик клуб и не Фаберлик вообще, приглашаю вас в мою структуру, ссылка для регистрации под видео, да, вам придется платить 100-150 рублей, да, если вы живете вот не где-то в отдаленных частях страны, там чуть подороже такса за доставку. Да, вам придется платить за доставку, но вы будете реально круто экономить. Это вот я ощущаю на себе, это ощущает мама, да. Все сказывается на семейном бюджете, на кошельке, и экономия выходит прям очень хорошая. Я забыла уже, когда последний раз в магазине покупала шампунь или там средства для стирки, для уборки. А когда попадаю, например, в Ленту и вижу цены, у меня вот глаза на лоб влезут. Я думаю: господи, как хорошо, что я Фаберлик. Вот реально. И муж говорит: ты в этом Фаберлик столько денег тратишь, постоянно заказы гигантские я тебе таскаю. Я говорю: а теперь давай пойдем и посмотрим. Вот я себе за 50 рублей купила шампунь, а так бы я себе за 150 рублей купила этот шампунь. Он так кивает головой и мирится с моим увлечением. Как ваши мужья относятся к вашим покупкам в Фаберлик? В общем-то, на этом у меня все. До свидания и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.